С течением времени каждая душа пожинает плоды сил добра и зла, присущих каждому человеку. Но человек изменчив. Эта книга зафиксировала эпоху, когда человек премного возомнил о себе, нарушив природный баланс и освободив ужасное зло. Старожилы, стремясь спасти людей, спрятали книгу. Сотни лет эти страницы хранили молчание, но историю нужно знать. И даже сейчас, когда переворачивается первая страница, снова распространяется опухоль. Сначала был свет, а затем тьма укрыла выразительную фигуру этого жуткого человека. Души, которые не покорились его силе, корчились от боли, выдавливая из себя мольбы. По его телу было видно, сколько боли других людей он поглотил. Его собственная кровь стыла в толстых венах, когда омывало его бездушное сердце. Но биение сердца было сильным и ровным, даже когда его руки сжимались вокруг шеи его жены. Медленно он высасывал жизнь из ее хрупкого тела. Она посмела разрушить брачные узы, и после долгих лет холодящего безразличия захотела вернуться к тому, кто должен был ее спасти. Немезид был тайным врагом ее мужа. Они стали любовниками. К несчастью, Сильвер стал свидетелем ее неверности. Сильвер не стал причинять жене боль, зная, что отомстит Немезиду за все. Он не был разочарован. Немезид насытил свою душу местью и болью, которую отбросил Сильвер. И вот Рубен, известный художник, предоставил Немезиду возможность полного возмездия. Он сотворил галерею картин, описывающих жизнь Сильвера. Зависть его конкурентов обеспечила аншлаг на открытии выставки. Рубен создал столько картин, что осталась лишь одна, которая бы завершила отображение его жуткой биографии – «Немезид».